Всем привет, дамы и господа, с вами Кирито Кирига. Итак, возвращаемся к игре Обитель Зла, Resident Evil, Darks Chronicles, то есть Темные Хроники. Я не буду пропускать ролик, может, зависать не будет. Хотя она местами тупо виснет. И мы сегодня пройдем часть 14, Возвращение Лексии, называется. Да-да, это сестра, кто не знает, Альфреда этого, которым якобы заморозил и превратил в мутан. Псих недоучка. Ну окей, я просто был с ребятами и не... Короче, сказали мои знакомые, что лучше не пропускать видеоролики, пускай мотается, как мотался. Попробуем так. The Dark Side Chronicles. Похоже, у нас будет битва с Алексией. Это будет пиздата, скорее всего. Да, опять игра зла, короче, так. Где эта часть? А, вот она, новая. Обалдеть, Крис уже? Я не баба, поэтому убираю Криса Редфилда. Это вот сарделька любит играть, Клэр Редфилд. Так, заменим лучше на ракетницу. Ну все, можно приступать. Once Chris disappeared after the mansion incident, it was near impossible to track down. But using my newfound position in the government, I eventually discovered his location. I would have contacted his sister, but she was a ghost herself. So I turned my search over to Claire then, and eventually learned of the confinement on Rockford Island. I shared this information with Chris, and he asked me to arrange a rescue mission before he set off on his own to find him. Claire. 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 Chris. 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 Возвращение брата и сестры, дамы и господа. Ты как здесь? Я нашел тебя тут, ты тут валялась. Как дела? Что случилось? Почему ты долго не ходил на связь? Леон контактировал с вами. Леон? Ты его видел? Да, он пару минут был здесь, потом ушел на миссию. Послушай, Клэр, надо уходить, это опасно. Ты понимаешь? Wait, о чем я говорю? Steve. Подожди, Стив. He's here somewhere. Мы должны идти We за can't ним. Leave without him. Мы должны вытащить его отсюда. Сучка. Лысая. You're Alexia Ashford. Ты Алексия Эшфорд? О, вы знаете мое имя? I thought you were dead. Ты умерла. No. Нет, я переродилась после 15 лет. Как видите, я теперь Виктория Вирус. Вероника Вирус, то есть Вероника. Итак, давайте закончим игру. Согласны? Начнем в Колизее и закончим далее. Сучка сраная. Ненавижу ее. На самом деле, баса тут. Эй, стоп! Ах ты! Take them out one at a time.
Давай, покажись! Стой тут и не уходи! Don't worry, I know you can do this, one at a time. Так, опять завис, он чуть страх. Don't worry, I know you can do this, one at a time. Так, взяли файл. Don't worry, I know you can do this, one at a time. Wow, you gotta be kidding me. Так, у меня есть аптечка. Пойдется дать. You gotta be kidding me. She injected me with something. Он что-то вколол мне, наверное, вирус, Вероника. Veronica virus. She wants to test me. Он здесь недалеко. Пожалуйста, бросайте меня, уходите. Claire.
Клэр. Ты нашла своего брата, убей меня. Стив! Я пообещал убить тебя. Стив! А как это? Обалдеть! Стив трансформировался. Сука, что ты с ним сделал? Сраный Алексей. Офигеть! Нам валить эту тварь. Хер ты меня поймаешь. Черт, кондор. Stairs before he catches up. Steve. Yeah, one hell of a jump. Let's go. I'll be back. I promise. Be careful. Okay. Хорошо, доверься мне. He's coming. Он здесь. Прости, Крис. Или как тебя там, Стив? Good. I think we can get почти here. Наверху. Хорошо, продолжаем. Вставай! Ты все? Что за мутация? Клэр! Клэр, точнее! Вот скотина тупая! Нет, только не Клэр! В конце ты повелся мужиком, Стив. Обожаю. Стив! Стив! Hold on. We're gonna get you out of here. Мы тебя вытащим отсюда. Нет. I'm not gonna make it. За мной уже кончено. Ты должна идти. The virus is in me. Этот вирус во мне. Прошу вас, уничтожьте меня. No. Нет. Я не могу us. Так сделать. Клэр. Клэр. I love. Короче, я тебя люблю. И все, стоп. Стив. Стив. Стив, нет. No. Нет. Stay here. Пошли. I'm gonna go plant this in the power Надо room. Закончить этот план и уничтожить эту комнату. Я отомщу ей. За тебя. It's time this ended. Времени нет. Alexia, Алексия, ты заплатишь за все. Я остановлю тебя. I'm gonna finish this, Steve. Не волнуйся, Стив. And then we'll Это не конец. Мы вернемся. Зачем возвращаться, если он уже сдох? We'll need to get to the control room Где-то first. Здесь есть контрольная комната. Ищем.
Да, тупые мордочки. Вы издеваетесь, что ли? Половина игры надо нажимать, короче, левая кнопка мыши и колесико, чтобы использовать нож против этих гандов летающих. Извините за выражение, дамы и господа, но можно сказать комаров, или как комары. Клэр, отстреливай, отстреливай, молодец. Управились для меня. Так, мой маленький эксперимент закончился провалом, не так думаешь, а? Крис! Ну как тебе будет, когда я стану королевой? Крис, ты в порядке? О, да, точно, я же забыла, твой брат очень хорошо подходит для нашего клана. Он реально лучше, чем мой братец. Как же он трепещал, когда умирал. Ты убила его просто так? Или ты что-то хочешь от этого иметь? Иметь? Нет. Я просто повеселилась с ним ради своего эксперимента. Сучка! Блин! Теперь станет вообще пиздато, да, по своим изображениям. Ты самый сложный босс, скорее всего. Итак, начнем наш маленький эксперимент. Посмотрим, насколько ты способна. Блять, с какого хуя я нажал все правильно? А, все, понял, среди кнопки мыши. Вот проститутка ты лысая. Мразь, а? Тебе понравилось? Что за... Это только начало. Мы только разогреваемся, мой милый. Вот тварь. Что еще ты придумала? Итак, начнем. Я вам покажу, что такое кот Вероника на самом деле. Или Вероника, точно не знаю. Опасно, там трех радиация. Итак, это сообщение для тех, кто видит. Я начинаю проект «Кот Вероника». Папа, этот год 1983, и все, что я сделал, это все ради кода Вероника вируса. Она мутирует, повторяю, она мутирует, моя дочь. Твоя дочь стала участником этого эксперимента ради мира. Ради спасения мира. Все сделано так, чтобы помочь ей. Надеюсь, эту запись увидит Амбрелла и поймет, что мне можно доверять и помочь ей. Ибо теперь я прекрасна, не так ли, мой братец? И у меня нет других планов. Твою мать! Back.
регенерации. Ну как, тебе понравилось, сучка? А сейчас тебе будет двойне херово. Теперь я использую... Пожалуйста, найти контракт линии Амбрелла. Это ее остановит. Что? Я вижу, тут лестница. Да, давай беги бегом. Бегом. Я знаю, что я умер. Слушай, пизда, ты не могу. Еще предложу шанс сейчас. Да, да. Тебе так нравится, а? Я вижу тут рабашку. Хорошо. Пидорас. Кто-то еще не
забыл совсем. Ну что тут сыпь-то? Покидаем? Thank you.
батла тупая. Почти же получилось эту суку завалить. Жаль, не сохранилась. А, сохранилась. Она еще была. Нам надо что-то сделать с этой дурой. Это точно. Ну,
do this! Сука! Что случилось? Где он? Где Стив? He's been taken. Он бежал. Старс? Это нож Старс? Почему у него нож Старс? Я не знаю почему, но мне кажется, мы с ним еще встретимся. Так вот, улетает Клэр. Вестер страны. Крис, посмотри. Yeah, да, я знаю. Старс. Отдел полиции Raccoon City. Специальное назначение. The Veronica virus. Вероника вирус. Самый опасный вирус, который узнал Крис когда-то. Существо. Его придумал Вескер, чтобы уничтожить Стива. Наши герои отправляются в Южную Америку. Вирус продолжает распространяться. Все попытки уничтожить вирус провалились. Поэтому люди ищут надежду. Так, дамы и господа, с горем пополам прошли игру. Если она зависает, просто перезапустите. Чекпоинт все сохранится. Просто бывает, когда же мякаешь на кнопке. Ну, на Б, да, на Б, что подумаешь. Ну, четверку тоже нормально дали. Я вас проходил главу 14, Кирито Киригай, потом то, что зависло, я сейчас вставлю внутрь. В общем, все ништяк, дамы. До свидос. А, нет, не до свидос. Сначала покажу, что я еще открыл из архива. Так, фильмы я вам все показывал. Все. Характер 0 пока что. А вот теперь до свидос. Ждите следующую часть, когда смогу пройти. Обязательно ставьте лайк и пишите коммент про эту часть, как вам понравилось или нет. Два видео я сейчас соединю в одну, потому что полетело. Но я перезапустил, что все работает. До свидания.